Макеты деревянных зданий под стеклом, стройматериалы на вешалках для одежды. В каждом маленьком павильоне специалисты рассказывают про опытные образцы. Представители около сотни организаций со всей страны собрались в Вологде, чтобы доказать каждому, любое жилище можно сделать еще лучше. В областной столице открылась межрегиональная выставка «Свой дом». На какие только хитрости не шли участники выставки, чтобы заинтересовать зрителя. Вот этот автобус приехал в Вологду прямо из Москвы. Казалось бы, обычный транспорт, украшенный рекламой, но нет. На самом деле это целый выставочный комплекс на колесах с профессиональным светом и своими экспонатами. «Свой дом» проходит в областной столице уже 17-й раз. Каждый год, чтобы оценить товары и услуги в сфере современного домостроения, сюда приезжают не только вологжане, но и гости из других регионов. Интерес к выставке подчеркивают и представители власти. Из года в год увеличивается доля индивидуального домостроения. Спектр предлагаемого жилья очень разнообразный, от чрезвычайно востребованного жилья эконом-класса до жилищное строительство индивидуального, высококомфортного. Наша задача на ближайшие годы эти темпы как минимум не снижать, а увеличивать и поддерживать и индивидуальное домостроение. «Свой дом» — это не только демонстрация потенциала, но и, по мнению организаторов, хороший способ объединить специалистов из разных отраслей. В прошлом году, например, благодаря этой выставке в нашем регионе удалось создать самостоятельное объединение предприятий, занимающихся деревянным домостроением. Причем не просто застройкой, а еще и подготовкой материалов. За год существования к этому союзу присоединились еще несколько организаций, в том числе и иностранных, специалистов в своих сферах. Сейчас так называемый международный кластер – самостоятельный участник целого сегмента рынка, а сегодня еще и 17-й выставки. Каждый должен быть профессионалом в той сфере, в которой он является. Кто-то хорошо заготавливает лес, кто-то хорошо его обрабатывает, кто-то из них, из этого леса или из этих пиломатериалов потом строит хорошие дома. Соответственно, кто-то укладывает кровлю, кто-то делает инженерные сети. Каждый должен быть на своем месте. Межрегиональная выставка «Свой дом» проработает еще 2 дня. Официальное закрытие состоится в выставочном зале Русского дома 30 мая в 15 часов.